Привет, дружочки-пирожочки, товарищ Сафронов здесь, и мы продолжаем марафон игрушек, которые пришли ко мне из Америки. Я не все показал, все не показал, в общем, показываю сейчас те, которые у меня есть, и смотрите на канале. Большая распаковка была, и не одна, и сейчас еще и будет всего интересного. В общем, игрушки заказал из Америки, с помощью сервиса по доставке LightMF доставил все, сэкономил много денег, быстро все пришло. Все окей, я показывал, рассказывал. Вы спрашиваете, как я заказываю, через что и вообще. И вот я рассказываю вам и в описании оставляю для себя и друзей ссылку. Вот, ну для всех, потому что мои друзья пользуются LightMF. Все удобненько, все здорово. Там еще и научат, как все делать, как заказывать, как все объяснят. Смотрите там в описании все. Короче, вот заказал таких вот Scruff & Loves. Чувачков, бэйбис. Давайте по порядку начнем по поводу Scruff & Loves. У меня был обзор, я, смотрите, все нашел. У меня был обзор, сейчас покажу, коробочка Scruff & Loves. Вот такая коробка, тоже, кстати, в каком-то заказе было, насколько я помню, а может, тут купил, не помню. Но лучше там, потому что это вообще-то не очень дорогая штучка, на сегодняшний момент такая стоит порядка $20, вот, довольно большая коробка, и внутри игрушка-потеряшка, это у нас купил, нет, это у нас купил, задорого явно, по-русски же написано, вот, и внутри нас ждала игрушка... Потеряшка с аксессуарами, там был такой шар, залитый весь, в общем, какой-то смолой, какой-то клеем, его нужно было отстирывать, очищать, и получилась какая-то миленькая штучка, вот такая вот. Потом, отложим пока это оригинал, настоящая пушистик потеряшка. Потом, был у меня на обзоре мини, такой в клеточке, пушистик-потеряшка, тоже у нас продается, и, по-моему, вот такая вот штучка, я даже не помню, сейчас я не нашел на Амазоне, не вижу почему-то, нет, есть, но она дорогая, слушайте, она стоит $15, пожалуй, вот эта штуковинка одна, вот такая потеряшка, та же самая концепция, но только маленькая и с брелком, но меньше всего, там была 100 клеточка, но меньше всяких аксессуаров, и сама игрушка по себе меньше. Это тоже оригинал. Вот. Потом у меня была из... Внимание! Фикс-прайса. И вот такая вот. Кстати, давайте сравним. Не сравнивал оригинал с фикс-прайсовской штуковиной. Лайк за топовый контент сравнения этой штуки с штукой из фикс-прайса. Опа! Ну что я вам скажу. Это за $20... ну, то есть у нас она там, да, я думаю, будет стоить где-то там 2, 2,5-3 тысячи рублей. И за 200 рублей примерно все то же самое, да, согласитесь? Вот, я даже не знаю, пушистик-потеряшка. Сейчас посмотрим, сколько стоит пушистик-потеряшка у нас. Просто мне интересно посмотреть. Да, от... Ну, есть идея по распродаже, короче, за 1000 рублей можно найти, вот. Но и оригинальные сейчас новинки можно найти тоже сильно дешевле. И вот одни из таких, которые я нашел у них там, но не нашел у нас здесь, это вот такие вот, еще более маленькие штучки. И стоило совсем это недорого, это стоило $15 за две штуки, то есть по $7, считай, 7,50 за вот такую вот. Там такой комплект из двух был. Ну, можно по отдельности найти, купить. Короче, вот, и сейчас на них посмотрим. Давайте посмотрим. Всего в коллекции 21 потеряшка. Какой-то, видите, кого мы будем спасать, мы узнаем. Сюрприз, игрушка-сюрприз, могут быть повторки, могут быть одинаковые, собственно, здесь и здесь. Вот. Тут нарисовано, что мы... Эта штуковина сделана в виде колясочки такой. Ну, не колясочки, люльки. Даже не знаю, как переноски. Такой, как будто для младенцев. Значит, освобождаем. Второе мы достаем, что-то там прокручиваем. Третье мы расчесываем. И дальше любим. Обязательный аспект такой. То, что нужно любить это. Так. Давайте. Открываем. Сейчас... Перфолиния Сафронов, сериал Сафронов и Перфолиния, серия 389. Он так и не смог с ней справиться. Ладно. О, красота. Ну, красота. Ну, посмотрите, какая. Под этой вот штукой, я думал, она вообще без детализации будет. А она с детализацией была. С детализацией. Какая классная штуковина. Это просто какая-то
Прикольно, ну, прикольная штука, слушайте, да, сделана, как видите, кроватка, здесь тут как будто какие-то штучки, непонятно, или это шерсть, вот это как бы пытались изобразить, и здесь у нас крышка, и, собственно, мы сейчас узнаем, кто у нас там, и наставят, внимание, паум, открываем, вот так вот она просто открылась, закрылась, и следующим шагом, что у нас, какой следующий? Следующий шаг, мне нужно достать его оттуда. И что же мы здесь видим? Мы здесь видим аксессуар в виде вот такой расчески, которая нам пригодится. Она еще, видите, может куда-то ее вешать или что-то еще. Дальше. Здесь есть буклет, наверное, с теми, кто может попасться. Вот эта коллекция вся. Вот, они разные. И обезьянки, и утконосы, и котята, и... Ой, кого только нету. И панда красная. И вот такие вот. Тут, видимо, видите, где-то есть звездочки. А, где есть звездочки, может, это редкие? Или они блестящие? А, да, и делятся на обычные и на блестящие. Редкие – это блестящие. Спаркл. Блестки. Вот. Вот помните, у той потеряшки тоже изначально у нее был вот такой сертификат, который нужно заполнять было. Причем у фикс-прайсовской, по-моему, тоже. Вот. Заполняете удостоверение нового хозяина. Сюда можно имя написать и всякое-всякое. Здесь то же самое, только вот на этой вот бумажке. Ну, могли бы какую-нибудь получше сюда картоночку отдельно положить. А здесь прям вот на этой вот штуковине. Так, ну и у меня редкая попалась. Смотрите, это блестящая. Она абсолютно точно блестящая, она абсолютно точно редкая. Спаркл, видите, блестки вот эти вот. Так, и походу это обезьяна, да? Я так понимаю. У нее в руках вот такая вот бутылочка и вот эта вот штука. Вот. Бутылочку нужно два раза повернуть. Раз. Раз. Два. Три. Во. Поворачиваем мы, ну, просто у нее выдираем эту бутылочку. Ничего не происходит, это просто нитки оторвались. Вот. Причем они каким-то непонятным образом остались. И вот такая крошечная обезьянка с брелком, с этим с штукой, которую можно повесить на кроватку или куда-то, или на рюкзак. И дело вот в чем. Дело в том, что эту нарисовано, что и в рекламе, что можно не мыть, а можно просто расчесать. То есть ее мыть совершеннейшим образом не обязательно. Ее можно расчесывать и расчесывать. Вот, то есть там была сложность с сушкой феном, она могла загореться от фена, там была сложность, ну, конечно, прикольно, там непонятно, на батарее ли где ее сушить. Да, феном реально, некоторые, я читал, что некоторые сушили феном, и из-за того, что слишком сильно пытались высушить быстро это все дело, то она у некоторых начинала тлеть, это стрёмная штука, конечно. А здесь, типа, мы просто расчесываем, вот только с хвостом будет, мне кажется, сложности. Ну, вроде как, слушайте, даже расчесывается, вроде как. Сейчас вот против шерсти, теперь по. И шерсть, как вы помните, у той, у оригинальной, немножко у нас выдиралась во время расчесывания. Тоже выдиралась. И, естественно, у фикс-прайсовской штуковины. И, ну, и у этой тоже. И в идеальное состояние мы ее не приведем. Она всегда будет выглядеть немного вот такой вот пожеванной. Я бы так сказал. Да, ну вот, на столе у меня тут скопилась, на самом деле, вот такая пыльца, которая сверху, этот клей. Расчесывается, становится намного мягче, и, соответственно, через время вы можете привести ее к более-менее нормальному состоянию. Нитка вот мне не нравится, торчащая. Как ее отсюда убрать? Скажите мне, отрезать только? Ну вот нет, можно оторвать, она была приклеена. Вот такая вот эта вот, ну прикольная, такая напуганная маленькая розовая блестящая обезьянка. И эта у нас штуковина, она никак функционально не задействована, у нее нет никакого механизма, ничего, мы просто ее попоили и вот сюда посадили. Соответственно, вот. Вторую давайте посмотрим, попадется повторка или нет, и как они вообще, может быть, там у меня еще редкая будет или обычная. Нет, для меня, как для обзора, для просто ролика, который купил, посмотрел, вот для такого, да, хотелось бы, чтобы там попалась какая-нибудь еще и не редкая, потому что редкую-то мы уже посмотрели. Вот, понятное дело, что если попадется редкая, здорово, конечно, но хотелось бы посмотреть на разную, да, чтобы отличалась. Ну, желательно не обезьяна. Вот сейчас сказал, давайте
угадаем. Давайте лайк поставим, обезьяна или нет. Ну и, кстати, что сразу вторую, потому что я иногда как делаю, чтобы чуть-чуть активность поднять в канал в сложные времена, там в теневом бане, все дела, я рассказывал. Вот, в общем, получается у нас там ограничения, баги, глюки, все намешано на канале и, короче, сложности. И иногда так разбиваю на два ролика, потому что я никуда не спешу, не тороплюсь, я все равно выпущу. Но прошу вас поддержать лайком, и тогда выпускаю второй. Ну, а тут что-то решил две сразу, поэтому можете поддержать лайком уже сейчас этот ролик. Ну и давайте те, кто не хочет поддерживать лайком, чтобы, типа, вышла вторая часть сразу же вот сегодня. Ну, она и так выйдет. Давайте хотя бы, чтобы попалась не повторка. Ну, договорились? Давайте, раз, два, три. Спасибо. И, так, ну, давай, ну, серьезно, нажимай, молодец. Итак, раз, два, три. Не, не повторка, но тоже блестящая. Но и редкая, но не повторка. Руки, кстати, все липкие теперь от этого клея. Ну, это из-за того, что вспотели. Слушайте, а это кто? Сейчас посмотрим. Раз, два. На самом деле, три надо. Почему-то у меня второй раз. Так, и вот эти нитки здесь расходятся. Их нужно будет как-то оторвать, убрать. Кто это? Ты кто? Животное. Блестящие. Попалось две редки. Ну, то есть, нередкая будет отличаться только тем, что она у нас не блестит. Точно так же будет выглядеть, но не блестит. Это не очень похоже ни на кошечку, ни на собачку. Я даже не знаю, кто это. Вот это сложно понять. О, смотрите, у него блестящие ушки. Ух ты. И у той тоже, да, кстати, блестящие, да. Блестящие ушки. А вот с мордой непонятно. У нее нос даже есть. О! Ничего себе, вот нет, все-таки это котик, наверное. Смотрите, с носом. Оставил нас с носом. Ну, ой, а глаза тоже такие большие. То есть ее конкретно замотало. Вот так вот. Помотала жизнь. И ее мы должны спасать, чтобы понять, кто это и что, и где у нее нос, где у нее рот. Это напоминает мне историю, которую я рассказывал в предыдущих тоже с моим котом, с мандарином, одним из котов. Он прям был в очень плохом состоянии, когда мы его нашли, но на парковке. И он прямо вот в таком состоянии, непонятно было, что это, кто это. И он был серого, а не черного цвета. Плюс было непонятно, что он вообще жилец, не жилец. В общем, была стрёмная история. Вот, но вот так вот тоже очищали, отмывали, вымыли немереное количество блох, кололи всякими лекарствами, антибиотиками, потому что там были всякие болячки, все подряд было. Глаз вымывали, вычищали, закладывали мазь. Короче, обошелся нам по стоимости котик как персидский или какой-нибудь мейн-кун, наверное, за лечение. Просто дворняшки. Ну, вот такая забавная история. Кто это? Я не понимаю. Это киттен. Розовый. Желтые ухи. Ухи. Уш, конечно же. Да, вроде в желтые лапки. Вот. А вот они прям две рядом. Смотрите. Киттен и манки. Конечно, хотелось бы утконоса. Конечно, хотелось бы панду красную. Было бы прикольно. И тукана. Ну, классные здесь есть. Но эти самые простые. По размеру они прям практически идентичны вот с этим. Даже у них очень похожи эти брелки, которые в клеточке. Вот. И теперь вот у меня почти вся коллекция, на самом деле ничего подобного, потому что вышло еще за это время набор с семьей, там целое, то есть большое животное и два питомца, вот, вышел еще интерактивный электронный такой вот, вот, и, соответственно, куча всего. А вот так вот то, что у меня из оригинала и за 200 рублей не оригинал. Я его полюбил прям как этого за 2000. Соответственно, вот, знаете что, можете заказывать такую штуковинку, штучки разные, они все равно можно найти повыгоднее, что-то интереснее, электронную тоже прикольную, можно найти какую-то еще с крыльями, есть такая с крыльями еще серия, вот какая была, ну или вот такие вот милашки, слушайте, ну это такая немножечко про заботу, это немножечко про внимание, немножечко про вот такое вот все, так что нормально, прикольно. Ну, милашки. Обезьянка мне, конечно, понравилась больше. Напишите, как вам вообще игрушка. А, ой, смотрите, еще у нас эта штучка вот разбирается здесь. Понятно. Ну, непонятно зачем, но разбирается. Ну, просто чтобы можно было оставить вот так вот. Чисто лоточек. Ну, не лоточек, а что это? Кроватку. Вот. Ну, и можно потом убрать. Вот в чем еще. Что? Еще суть в чем. Что можно потом... Надоело вам. Закрыли. Не кричи, обезьяна.
Да молчи, котик. Надоело тебя расчесывать. Руки липкие, все в клею. Забота. Потом о тебе позабочусь. Расчешу тебя как-нибудь. Следующий. Раз. Все. Все, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Еще что-нибудь интересное посмотрим обязательно. И во вкладку видео зайдите на канале. Там пропустили наверняка что-нибудь. Все, пока.